Александр Викторович, тогда давайте вернемся в это самое, в наши Палестины. Я думаю, что зрители этого ждут. Мы, конечно, я думаю, перед Новым годом сделаем более подробно, пройдемся по 2025 году. Но сейчас бы я хотел, раз вы уже этот красный светофор показали, чтобы вы немножечко в общих чертах рассказали про 2025 год. Я даже, может быть, конкретно обозначу, по каким, ну, какие вопросы, ну, зрители бы хотели бы у вас так, что называется, я просто, ну, с аудиторией общаюсь, мне же там активисты звонят из клуба поддержки, спроси там у Зараева то-то, то-то и сё-то. Значит, первое, ну, вы правильно сказали, что наметилась такая публичная полемика, не наметилась, а во всё идёт, чего уж там скруглять формулировки, между главой Ростеха Сергеем Чемезовым и главой Центробанка. Значит, Сергей Викторович впервые, наверное, значит, ну, то есть это заявление более чем серьезное от такого тяжеловеса, как Чемезов. Он сказал, что если все продолжится в таком духе, в плане монетарной политики, то дело кончится стагфляцией. То есть стагфляция – это, по сути, неуправляемая экономическая катастрофа, там, ну, такая воронка кризиса, из которой выбраться уже чрезвычайно затруднительно. И, значит, Баглаев Владимир Николаевич, которого вы тоже так время от времени следите за его публикациями, насколько я знаю, значит, совершенно согласился с таким прогнозом, а у этого прогноза следствия такие. Начинаю перечислять фобии, загибая пальцы. Первое. Заморозка вкладов. Потому что выход 61, по-моему, триллиона, значит, на рынок с банковских депозитов означает такой рост цен, который себе позволить нельзя. Вторая, значит, вторые, даже не вторые, может быть, а даже так, первые основания для беспокойства – это участившиеся слухи об обрушении рынка недвижимости. Вот ипотечный кризис по образцу 2008 года в Соединенных Штатах, ну вы знаете, там, значит, прекратили, значит, госбюджет прекратил дотировать банки по льготной ипотеке, эти программы значительно были урезаны, вот буквально в последнее время, вот, и уже наметился такой разворот цен вниз даже на новостройках. Вторичка давно в стагнации, вторичка давно дешевле, чем новостройки. Вот, так еще и по таким кредитным ставкам, ну кто возьмет кредит, чтобы покупать недвижимость? И Ну да, все-таки кто хотел, тот купил. ну это существенная часть человеческой жизни, жилье, да, неважно, что, я понимаю, что наши зрители с вами квартиры там не меняют, не покупают как перчатки, но может быть у кого-то есть необходимость поменяться, кто-то разъезжается, у кого-то там какой-нибудь престарелый родственник там скончался, и там вопрос, что делать с квартирой. Вопросы аренды, ну, они всех касаются. Многие наши сограждане сдают там, значит, недвижимость. Если она упадет в цене, наверное, и цена на аренду тоже. Соответственно, там вряд ли будут такие ставки, как сейчас. И третий слух, который прошел, возможный продовольственный кризис, рост цен на продовольствие. Вот три, пожалуй, основные фобии. Можете их прокомментировать, и я буду считать, что мы перед нашими подписчиками отчитались, как говорится, по полной программе. И по Я выборам, понял. и по внутренней повестке. Начнем, что называется, с конца. Ну, во-первых, рост цен на продовольствие в течение 2 лет он идет и превышает инфляцию. То есть вот если мы помним 2 года назад, сколько там стоила картошка, сколько стоил лук и сколько стоит сейчас, это примерно 100% роста. От 70 до 100% все подорожало. Вот, поэтому цены на продукты питания и вообще цены, что называется, вот этой корзины минимальной, они превышают инфляцию, я думаю, что раза в 2. То есть официально 7, на самом деле минимум 14. Вот, и я не думаю, что это все остановится. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться, потому что вот эта вот история весенняя история соединения Сатурна с Нептуном, она говорит о том, что проблемы будут в банковской сфере, начнутся проблемы в банковской сфере. Значит, из-за чего это может возникать? Какие-то появятся уже в марте. Вот новые законы, которые должны будут это стабилизировать или как-то изменить
вот, или контролировать вот эту инфляцию. Потому что правительство это видит, до народа это, понятно, не доходит, или доходит в другом совсем варианте. Нам Силуанов там рассказывал, как он замечательно, так сказать, справляется с инфляцией, но что-то мне как-то мало в это верится. Вот. И поэтому я думаю, что многие законы, многие проекты мы увидим уже в начале марта. То есть вот в этом контексте, регулирующую вот эту банковскую деятельность, значит, регулирующую в том числе вот эту рефинансированную ставку. Экономику нужно менять. И именно вот в том ключе, как она сейчас идет, это экономика выживания. Это не экономика роста фактически. Но здесь, конечно, всех держит вот это СВО. Будут подняты налоги тоже существенно, в том числе в марте, сейчас с 1 января говорят, но я думаю, что это все-таки будет на март ориентировано, на начало. У нас в марте всегда происходят какие-нибудь вот эти, то перестройка, то новостройка, то еще что-то такое. Вот, поэтому мы говорим о том, что подготовка к вот этому цифровому рублю, которую нам обещали во второй половине года, начнется именно сейчас. И тема, значит, замораживания вкладов, она реальна. То есть могут, значит, поставить лимит на обналичку или на использование вот этого. Нам же вот поставили, так сказать, благополучно с началом СВО те валютные счета. Значит, также их закрыли и, сказать, извините, денег нету. Вот. И, соответственно, можете в рублях получить по Ну, курс курсу. специально сделали 50. Да. То есть Вот это, по что. сути, тоже конфискационная вещь такая была. Ну, то Да. есть. Ну, здесь, что называется, государство виднее, и оно, так сказать, для выживания, оно всегда использовало, так сказать, вот такие методы. Ну, не совсем цивилизованное, но тем не менее, значит, закон суров, но это закон. Вот, поэтому весной я тоже могу говорить о том, что будет вот эта подготовка к переходу на цифровой рубль во второй половине года, который заявил Набиуллин. И это тоже может отразиться на как раз вот возможности обналичивания денег. То есть что-то такое они там Вы замышляют. имеете в виду теневую обналичку или съем со счетов, с личных счетов? Съем с личных счетов. То есть вот мы положили там в банк, например, под 21%. Так, условно говоря. Тебе идут и говорят, нет, извините, вот вы этот процент и можете получить, а саму, так сказать, вы не получите или будете ждите, когда это разморозит. Заморозить основную часть и будут выдавать эти, так сказать, части. Вот. То есть это вот то, что я говорю, новый закон о банковской деятельности. В этом смысле мы говорим о том, что может быть, вот помните, как была, ну, вы, наверное, не помните, я-то помню, была реформа хрущевская. Когда вот у тебя на счету, допустим, 1000 рублей, да, и в кармане у тебя 1000 рублей. Ты идешь в кассу, тебе дают 100 рублей вместо твоей 1000, а вот та 1000, что на счетах, она остается 1000, то есть ты выиграл. Помните, да, вот эта история была? Как это была, вот это вот Первый реформа. раз слышу, но я 65-го года, поэтому Ну, я вот это следил за вот этим Хрущева не застал, как процессом говорится, в дайте 61-м бонус. году. То есть там до какой-то суммы, например, там до 1000 рублей, тебе полностью сохраняли именно эту 1000. То есть она не превращалась в 100 рублей, а становилась как 1000. До 3 там ты 1000, если у тебя там на счету, условно говоря, там они 50%. Девальвировали, 50% оставляли. То есть там, ну и дальше, соответственно, после 10 тысяч, по-моему, там уже как-то, так сказать, по той же схеме 1 к 10 все менялось. То есть я не исключаю, что вот именно где-то с весны или ближе к началу второй половины года вот что-то похожее Минфин замышляет. Погода на финансовом рынке шепчет. Инфляция, несмотря на рекордную ставку ЦБ, ускоряется. И все больше аналитиков говорят о том, что банковские депозиты
традиционный способ хоть как-то защитить деньги от обесценивания, будут заморожены. Конечно, можно отмахиваться от таких прогнозов, считать их паникой и слухами, но если предположить, что сумма выплат по депозитам физических и юрлиц сопоставима с доходной частью бюджета, и при этом крупные заемщики из стройиндустрии не смогут обслуживать ранее выданные им кредиты, а такое весьма вероятно после отмены льготной ипотеки, то, увы и ах, слухи могут реализоваться на практике. Есть ли альтернативный способ вложения накопленных средств? Есть. И он называется краудлендинг. Краудлендинг – один из наиболее гибких, технологичных и перспективных сегментов финансового рынка. Это механизм финансирования бизнеса без традиционных финансовых операторов, банков и микрофинансовых организаций. В нем участвуют три стороны – инвесторы, заемщики и краудлендинговая платформа. Инвестором может быть кто угодно – обычные люди, организации и ИП. Инвестор зачастую получает доход выше ставки по облигациям и банковским депозитам. Но важно понимать, что инвестиции в займы малому бизнесу несут риски. Поэтому особенно важно равномерно распределять деньги по сотням заемщиков. В таком случае очень маловероятно, что все они прогорят одновременно. При этом доходность краудлендинга позволяет получить действительно реальный, а не номинальный доход, поскольку его уровень превышает уровень инфляции. Для таких инвестиций я выбрал краудлендинговую платформу JetLend. Это специализированная онлайн-площадка, которая включена в реестр операторов, который ведет ЦБ, резидент инновационного центра Сколково, который и выступает в роли регулятора, обеспечивая взаимодействие инвесторов и бизнеса. JetLend привлекает заемщиков и инвесторов, оценивает риски заемщиков, обеспечивает законность сделок. Подчеркну, всех заемщиков JetLend тщательно проверяет, и благодаря этому процент невыплаченных займов минимален. Благодаря такой тщательной и профессиональной работе с 2023 года JetLend занимает первое место среди российских краудлендинговых платформ по объему выданных займов. Ее доля на рынке составляет около 40%. Кстати, пользователь может выбрать бесплатную инвестиционную стратегию в зависимости от своего риск-профиля. От консервативной, где автоинвест включает в портфель только надежных заемщиков, до агрессивной с самыми высокими процентными ставками и рисками. Например, друзья, внимание на экран. Я разместил свои деньги на платформе и выбрал сбалансированную стратегию, среднюю между консервативной и агрессивной. Сегодня с использованием такой стратегии я могу рассчитывать на среднюю ожидаемую доходность около 30,2% годовых, поэтому в ноябре я пополнил счет еще на 50 тысяч рублей. Ранее я упоминал, что в краудлендинге важно контролировать риски и не вкладывать все деньги в одну компанию. С этим поможет функция автоинвестирования. Она распределила мои активы по 181 компании. Как видите, выплаты приходят каждый день и реинвестируются в новые займы сроком на 2-3 года. В отличие от тех же депозитов, где сравнительно высокая ставка обычно дается на меньший срок. Если по каким-то причинам вы захотите вывести деньги, то для вашего удобства на платформе реализован вторичный рынок, на котором инвесторы могут частично продать активы и вывести деньги, не дожидаясь погашения займов. Если вас заинтересовал такой способ сохранения сбережений, все контакты ООО JetLend будут, как обычно, в описании к этому ролику и в первом закрепленном комментарии от канала. А для подписчиков моего канала действует бонусная программа. Плюс 15% годовых на 3 месяца на сумму пополнения счета в течение недели. Бонус действует 7 дней с момента выхода этого видео. Звоните, консультируйтесь, принимайте решения и всего доброго, друзья. Вот. Значит, из серии, но это не только у нас. Кстати говорю, вот в Америке в той же самой, они там тоже уходят в золото или они уходят в какие-то вот такие активы быстро ликвидные. Вот что касается недвижимости, я не думаю, что она будет сильно дешеветь.
Потому что, как бы оно там ни было, все равно, так сказать, земля ограничена. И Не, ну в количество. номинале возможно, но если инфляция будет, условно говоря, вот стоит квартира 7 миллионов. Ну так она и будет стоить, но только инфляция за полгода будет, допустим, 30%. Считайте, что вот у вас там 30% от 7 миллионов, 2 миллиона от цены в реальных деньгах ушло. Ну да. Такое возможно за счет, ну, инфляция, понятно, она все обесценивает. Но держать в рублях или там в этой самой, в каких-то, так сказать, малоликвидных я бы не советовал. То есть, ну, есть возможности, условно говоря, там купить там участок какой-нибудь там земли или там ту же самую квартиру. А лучше это будет, что называется, или пустить в оборот, потому что рублевая масса, она может быть тоже ограничена в плане, так сказать, ее там положить на счет или снять счета. Ну, во Франции, например, то же самое, не так просто, так сказать, снять деньги своей даже карточкой, в дал перевести. В этом смысле тоже я не исключаю, что такое вот именно в марте вот может произойти вот такой вот, что называется, нежданчик. Вот. Ну вот, что касается вообще общей тенденции, я бы что советовал, что нужно почаще, что называется, создавать зону покоя в районе сердца. Почему? Потому что очень неспокойное солнце, высокая солнечная активность. Вот сегодня, кстати, вот была там передача по поводу повышенной активности солнца. И по поводу вот этого самого спад у нас пошел после 7-8 числа, мы попадаем вот в эту красную зону, идет вспышки землетрясений большого количества, там и в Армении, и в Турции, и в России, и вот этот вулкан Шевелуч проснулся. На Камчатке засыпал там пеплом большой город, и вообще там, они говорят, он как-то аномально активно, так сказать, проявляется, как он никогда там не проявлялся. Это из-за чего происходит? Дело в том, что вот мы сейчас находимся в таком состоянии, когда тяжелые планеты, там Сатурн с Нептуном, Уран, Юпитер с Юпитером, они находятся в сегменте где-то там градусов 50-60, очень близко друг к другу. И поэтому создается эксцентриситет и создается приливная солнечная такая как бы волна, солнечная дорога из-за этого гравитационного приливного воздействия. Солнце очень активное. Активное солнце это создает бури, земное эхо солнечных бурь, как Чижевский очень мудро отметил. Вот поэтому влияние на сердце, на сосуды и в том числе на головной мозг будет в течение, ну, как минимум первой половины года очень высокое. А поэтому здесь надо поменьше, что называется, дергаться, в том числе вот с этими возможными вариантами. Почаще, что называется, дышать животом, находиться в состоянии даосского такого мастера медитативного, концентрировать энергию в зоне пупка или в зоне нижнего дантяни, как они любят говорят, потому что только тогда вы открываете канал связи своим духовным там учителем или с высшим я, или с владыками кармы, и вы можете понять, как вам нужно действовать правильно, что-то продавать, что-то покупать. Я, знаете, одного своего приятеля научил играть в рулетку, значит, правильно ставить, там, на красное, черное и так далее. Значит, вот, Это делюсь. удваивание ставки, да, то есть меняешь ставку с красной, и пока она не вы, пока не выиграет цвет, да? Не-не-не, там, знаете, какая система? Там нужно успокоить правое и левое полушарие, вот где мы как вот это, постоянно, что левое, то правое у нас А, это не включается, математический метод, я понял. обезьяна прыгает, да, внутри головы. Успокаиваешь, значит, вот это вот прыжки внутренние, создаешь вот некий такой канал выхода вверх, ну, связь, так сказать, через макушку, и, значит, пытаешься как бы сверху увидеть ситуацию наперед, как она будет. Ну, в частности, играл он в рулетку, и вот я говорю, вот ты вот выходи, останови вначале этот внутренний диалог,
выходишь вот в это состояние, как бы на древнее, и мысленно взгляни на вот это поле рулетки, где шарик остановится. Он так выиграл более 3000 долларов. Он говорит, я, значит, каждый раз приходил, но он не по многу, он там ставил там по 200-300 долларов. Но у него вот это вот больше, чем 50 на 50, он, так сказать, уходил всегда с казино, значит, в плюсе. Так вот, сейчас вот мы на этом казино вращаемся. Вот эти вот энергии, они меняются. И вот пока у нас внутри зоны покоя вот такой не будет, мы можем, что называется, вовлекаться вот в те психоэмоциональные все потоки, вихри, которых будет в избытке в 2025 году. Я почему и говорю, что здесь очень важно чувствовать вот эту свою зону спокойствия внутри сердца и зону набора энергии финансовой, энергетической в зоне пупка. Вот поэтому, когда мы говорим, возможные варианты, может быть так, еще может быть как-то и по-другому. И вот в этом контексте я как раз и хотел, вот именно, так сказать, информации много идет, да, разной. Люди много спрашивают, но я всегда говорю, что для вас важно, чтобы вы могли ее отфильтровать и понять, вот эта информация объективна, а это субъективна, это она от Бога, это еще от кого-то. И вот в этом контексте то, что мы с вами говорим там про календари, да, вот, например, вот этот про декабрь, да, вот этот, что называется, суетной декабрь, там, который, как, так сказать, будет, вот он, мы выходим здесь после 5 числа вот в эту зону нестабильности, да. То есть вот здесь вот нужно как Что-то раз вот. мне эта диаграмма напоминает по форме, извините, не удержал злой язык за зубами. Ага, да, очень нечто эротическое, да? Не-не-не-не-не, то место, на котором сидят. Что, Ну в общем... да, ну в том числе, да. Ну, в этом контексте она, это вот где-то попадает в зону 14-15 числа, здесь мощное очень полнолуние будет. И особенно вот такие знаки двойственные, как близнецы, рыбы и девы, они будут чувствовать вот это вот давление или вот это раздвоение, о котором мы говорим. И вот там вот в любом случае, если человек умеет, что называется, так сказать, держать центр покоя, центр сборки, он проходит полегче через вот эти катаклизмы. А иначе его, так сказать, выбрасывает на периферии вот этого космического колеса. И вот еще такой момент, ну, как бы сложный, он бывает раз в 15 лет, Земля попадает в плоскость влияния колец Сатурна. То есть Сатурн, если у него сейчас... Пила вот эта космическая, да, вы имеете в виду Да, циркулирование. да. Сатурн сейчас с кольцами не виден. Он вообще он как круглый, без колец. Это Но... значит, что мы в плоскости вот этой вот. Да, вот его шляпа, вот эти вот, так сказать, хасиды, которые на голове носят эти шляпы, это принцип Сатурна, черный, и большие поля – это кольца. И суббота, день Сатурна, у них выходной. Вот, то есть принцип вот такой вот как бы плотный, так сказать, структурирующий сатурнианской энергии. Так вот, это вот как раз требует от человека умения держать свою энергетику или свою зону энергоинформационного поля стабильности. Вот я вот как раз поэтому и говорю, вот я стараюсь делать календари, делать прогнозы, давая некие советы. То есть это не просто фатальность, да, которая вот там по-любому. Нет, если ты понимаешь, что это объективно от тебя не зависит, нужно с этим, что называется, переспать. Да? Потому что бесполезно, так сказать, паруса ставить, если встречный ветер, да, идет. Ну, что называется, переждать и, так сказать, сделать какую-то Не, паузу. разумно, разумно, да. То есть вот мне один мой приятель, который политикой занимается, он всегда рекомендует людям беречь силы, потому что в какой-то момент они понадобятся. То есть, а если ты сейчас начнешь барахтаться, паниковать, в тот момент, когда действительно нужно будет выплывать, у тебя к этому моменту сил не останется. Вот ваш совет вот так. Да, и вот в такие моменты, опять вот, что называется, позитивный совет, значит, нужно пить, во-первых, адаптогены, типа женьшень, золотого корня и так далее, да, который переводит обменный процесс на более высокий уровень. Там КПД поднимается, да.
То есть там процентов на 15-20 как бы укрепляется и выносливость, и работоспособность поднимается. Во-вторых, против этого Сатурна, о котором мы говорили, да, усиленное влияние, витамины группы D, D3, да, то есть они, так сказать, как раз вот, Желательно в водной форме лучше усваиваются, да. да, аква-D3 вот в этом смысле, а вот, и, то есть они дают возможность усваивать кальций, потому что Сатурн и Слюнявские энергии проверяют тебя, как бы давят тебя к земле, а если у тебя крепкие кости, ты выдерживаешь. И вот в этом контексте, опять же, можно говорить, что вот пережить вот такие вот периоды, декабрьские, там, или как сейчас, побольше витаминов группы В, то есть которые тоже дают возможность работать правильно Нервной микробиоте, системе, да. нервной системе, да, витамин В1 особенно, да, а больше вот этих всяких гречневых каш, красных этих продуктов, типа морковки, там, перца или там, Помидорки, да. свеклы. Вот, которые, то есть это, ну, как бы такие вещи, как бы, которые нужно знать каждому. Да, потому что мало того, чтобы предупредить, важно еще какую-то рекомендацию дать. И смотреть вот на эти вот политические, так сказать, спектакли, ну, что называется, философские, философические. Потому что вот у Трампа одна игра, у Зеленского другая игра, у Шольца третья, у Путина четвертая, у Си Цзиньпина пятая. Они как бы работают со своими деревьями, со своими садами, да, по той схеме, которая как бы они, так сказать, сверху им пришло, там, например, то, что мы говорили, мир архетипов. Вот, как говорит царь-помазанник Божий, ему, так сказать, должны были мазать макушку, да, чтобы он сахасрару открывал и, так сказать, чувствовал, что ему сверху говорят. Вот это голос А они молчания. разве чувствуют? Вот у меня что-то серьезное сомнение. Вы же А вот помните я... эту теорию истинных королей, да? Правителем мог стать не любой человек, а только тот, кого определяли друиды. Это должен быть воин, маг, целитель, там целый набор добродетелей. И он свои добродетели, этот король, проецировал на королевство сверху вниз, и оно процветало. А у современных правителей, стесняюсь спросить, какие там добродетели? Вот это вот как раз и тема, знаете, разврата, да? Ну вот опять же, те же самые вроде как бы папа римский, да, вот Борджиа, да, вот эти все наследники, они считали себя наместником Бога на земле, и поэтому им все было разрешено, как бы. Многие правители себя тоже считают, что их, мы народ, да? Ем, бываю, бутерброд, думаю, а как народ? Икра не лезет в горло, и что там не лезет в рот. В этом контексте многие политики, которые отрываются от народа или от вот этого этнического дерева, они потом, ну, будем говорить так, попадают в определенные зоны по смерти. Я имею в виду то, что мы говорим, например, да, про этническое дерево. Не, так сказать, здесь нужно понимать, человек там живет 80 лет, а этническое дерево 800. И вот эти все Рокфеллеры, Ротшильды и прочие, которые умерли, они не умерли, они перешли в другую пирамиду, отзеркаленную. И они не заинтересованы, чтобы их вот здесь вот дело организованно развалилось. Они не заинтересованы, чтобы пришел правитель и начал их вот там, так сказать, детей, внуков и прочее, так сказать, опускать. Они-то теряют связь эту. И вот в этом контексте мы, вот любой этнос, он развивается, если правитель чувствует связь с миром предков, с теми, кто ушел там в другие измерения. И тогда, там, помните, как наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Высоцкий очень четко это почувствовал, как нормальный водолей. То есть мы, так сказать, опираясь вот на этот духовный опыт, можем правильных правителей выбирать, да, или люди, которые готовы долго работать на благо там России, они должны тоже понимать, что они работают не на себя, они работают на свое высшее я или на свое будущее. Но опять же, в трехмерном материальном сознании народ говорит, а какие-то там метафизические истины, что там будет потом, никто не знает. Мне сейчас хорошо, и слава Богу. Вот здесь мы как раз и говорим, что этнос развивается только тогда, когда приходит человек, готовый, ну, как Данко, да, так сказать, показать путь выхода из вот этого кризиса. Вот на, думаю, что за Трампа, как на этого Данко,
Некоторые сделали ставки, что он готов вот это вот, так сказать, пробивать или выводить, или Америку там преобразовывать и так далее. Ну, для России это тоже очень актуально. Тоже такие люди, вот, готовы жертвовать собой, очень нужны. Ну, политика это отдельное искусство, искусство возможного, да, что такое политика. Вот поэтому мы и говорим о том, что у политики, как там говорил Макиавелли, у них там другие законы. Цель оправдывает средства часто. А не, так сказать, по Платону, когда там политики должны, так сказать, способствовать развитию общества, да, и духовному преображению. У Поэтому нас разные. сегодня, мне кажется, вот этот вот, значит, с самого начала, как мы заговорили, да, об антиэлитном тренде Трампа, вот, так вот он красной нитью проходит через всю нашу беседу. Знаете, я в завершение хотел привести цитату не от кого-либо, а от одного из отцов-основателей Соединенных Штатов, пусть нам в комментариях напишут, а кто же это из них сказал. Такая небольшая викторина, ну и комментарии почитаем с вами под выпуском. Побольше. Плутовство и вероломство, приемы глупцов, у которых не хватает ума, чтобы жить честно. Это, конечно, имелся в виду политический класс. Так вот, у меня все-таки после нашей беседы возникла легкая надежда, что вот эти обычные приемы управления политических глупцов все-таки вот в какой-то момент начнут уходить прошлое. Мне показалось, или подтвердите мой вот этот вот вывод, который, наверное, ну, все-таки какой-то такой оптимистический более-менее в конце Да, передачи. пришли другие времена, пришли другие имена, понимаете, новые времена, значит, они приходят именно вот с весной 25 года. А здесь еще должен добавить, вот в гороскопе Америки, значит, вот этот Уран в Близнецах, он попадает на линию асцендент-дисцендент, а это означает трансформация личности. То есть есть Америка внутри, да, там с Солнцем 4 июля, рак, а есть Америка снаружи. И когда Уран приходит, говорит, нет, ты что-то не ту форму, давайте менять внешнюю форму так сказать, вся подавать по-новому. Переодевание, энергетическое переодевание Америки. А вот, поэтому в России нечто похожее будет то же самое, но, может быть, по-другому, в других масштабах. Но, говорю, вот это вот активное солнце и 25-й год, и опять же, для оптимизма, да, значит, Серафим Саровский рассказывал, значит, что ему, значит, во время контакта с Иисусом Христом, который находился, вот, что называется, в других измерениях, он сказал, что в 25-м году Россия поднимется на новый уровень и на новый уровень веры. Вот, то есть новое какая-то, так сказать, будет взаимодействие вот этого народного духа с тонким миром. Вот смотрите, вот мы то, с чего мы тоже начали, с влияния мира медного или четырех стихийных сил на прогнозы. Ну, к примеру, там, делаем прогнозы, кто-то делает прогноз там на 28-й, на 29-й, 30-й и далее годы. Извините, а если вот сейчас, в 25-м году, во второй половине, из-за вот этих влияний изменится направление Гольфстрима и Эль-Ниньо, например, изменит свое движение. Европу сразу, так сказать, накроет по панцирям. Цены на нефть, понятно, возрастут, отапливаться чем-то надо. И совсем по-другому будет строиться политика и экономика. Так вот, эти факторы в астрологии не учитываются, а они имеют место быть. Понимаете? А мы их не знаем, как их прогнозировать. Потому что вот эти климатические перемены, или, например, ну, так сказать, Йеллоустоун, не будем сгущать краски, если он там проснулся хотя бы там на 10%, все, Америке крындец, потому что там столько будет пепла, куда его девать, как от этого избавляться. Ну и по всей земле, как во времена Бориса Годунова, тоже, так сказать, достанется немало.
Соответственно. Нет, ну да, мы живем в эру глобализма, поэтому не надо радоваться, что у соседа, может быть, корова помрет. Это и на тебе Да. тоже отразится, поэтому. Да, конечно. Помните, он в Испании, там вулкан проснулся, и все, и все, или даже в Испании, и в Исландии, там, да, вот это вот все встало сразу, все полеты какие-то, Я что-то. даже научился его название выговаривать, но сейчас уже, боюсь, не повторю этот перформанс. Знаете, я вам хочу сказать, что все-таки завершая основную тему, что астрологические прогнозы, потому что было много иронических комментариев, что, мол, вот там астрология, значит, моя любимая немецкая классическая философия Шиллер: против глупости бессильны даже боги. Есть как бы есть влияние, да, значит, погодные, которыми все-таки высшие силы худо-бедно управляют, но есть глупость, которая опрокидывает все расчеты разумных людей, в том числе астрологов. Это древнее знание, оно бы не просуществовало, вот отвечая многочисленным скептикам, которые иногда появляются там под эфирами с астрологами. Кстати, Александр Викторович, можно я скажу пару слов вот там людям, которые пишут: вот астрологи там траливали, что за мракобесие. Друзья, наши беседы на 95% посвящены истории, политике, философии. Успокойтесь вы уже насчет астрологии. Зачем судить о предмете, о котором вы представления не имеете? Ну, хотя бы, знаете, получите об этом представление, прочитайте. Я вот начал с двухтомника Павла Глобы. Я вам хочу сказать, что я быстро читаю, но там я застрял, там невозможно быстро читать. Надо запоминать вот эти вот все аспекты планеты, что каждая из себя представляет, что она обозначает, что такое, когда они там в разных домах находятся. Это просто, ну вот, и никакая придумка, один Вася придумал такое количество тысячелетий, значит, первые астрологические, это датируется, по-моему, даже до нашей эры, какие-то первые находки, таблички, на которых изображены вот эти вот все аспекты, даже, по-моему, еще раньше, в Египте. Ну вот, ну вы о чем говорите? Ну что это за такое примитивное суждение, да еще не без понимания о предмете? Поэтому, значит, Зараев, Левин, люди глубоко эрудированные. Вот вы сказали там о том, что Америка должна быть преобразована. Вы же это сказали, исходя из астрологических каких-то оснований. Но я, вы знаете, общаюсь с Павлом Щелиным по многу, и мы с ним много раз это обсуждали. Он сказал, что Америка была задумана как республика. Отцы-основатели закладывали политическое устройство Америки, ее аутентичное. Это республика. Демократический тренд сделал из нее то, что, за что ее во всем мире, ну, частично иногда, конечно, из зависти, но частично и справедливо критикуют. Повторюсь, вот этот социальный паразитизм, сексуальная распущенность, вот эти вот всякие эксперименты, не будем конкретно их называть, чтобы там проблем с платформой не было. Это все тренды неаутентичных Америки политических течений. Если она преобразуется, как говорится, до заводских настроек, ну тогда, да, можно сказать, что да, этот негативный тренд будет остановлен, и, может быть, не стоит об этом как-то сожалеть. Вот я много летал по миру. Ну, подумаешь, ну 10 часов перелета. Что это такое? То есть, насколько мы живем на маленькой взаимозависимой планете, сегодня враг, там, завтра друг. Вот у нас Владимир Владимирович взял и поздравил Трампа, да? Песков накануне сказал, что, ну как, это же там недружественная страна, вовлеченная там, в какие-то нехорошие действия против нас. Ну вот. Но, тем не менее, видите, как эту ситуацию, ну, скажем, там полвека назад было сложно себе представить. Сейчас все-таки вот взаимозависимый мир, он меняет и политику. И примеры коалиционных войн 17, 18, 19 века, там иногда с временной, значит, как бы, с временной задержкой в 5 лет страны были враги, потом союзники. Посмотрите историю коалиционных войн в Европе за испанское наследство. Кто там с кем был в союзе и что было через 20 лет? Наполеоновские войны, Австрия, Россия. Ну, ребят, ну вы о чем говорите? Вот, и такие люди, как Александр Викторович Зараев, Михаил Борисович Левин, они дают мета-взгляд. Смотреть на сложные явления надо с мета-позиции, сверху, а не с того, что вам там в вашем там блиндаже пригрезилось, из которого у вас смотровая щель там
10 градусов. Чего вы оттуда увидите? Вот, извините за долгую такую хвалу вам, но вы ее заслужили, во-первых. Во-вторых, все-таки нужно как-то разъяснить подписчикам, чем мы занимаемся. Вот вы знаете, добавить для расширения кругозора, это у нас как бы в голове, что мы живем в пространстве, там планета где-то далеко находится, между нами вакуум, как они на нас могут воздействовать, это же непонятно образом. А вот тот же Сатурн, про который мы говорили, он вращается в два раза быстрее, чем Земля. То есть за 12 часов делать оборот, при массе в 30 раз больше, при объеме. А кольца его вращаются, ну, будем говорить так, со скоростью порядка 30 км в секунду, поскольку их расстояние примерно как от Земли до Луны. Вот такие большие кольца. Так вот, они захватывают газы с поверхности, значит, Сатурна, в основном эти азотистые соединения, разгоняют их до этих скоростей, и вот в этой плоскости... И как из центрифуги разбрасывают, да, таким как веером. На центрифуге. Она не только прошивает вот Солнечную систему, но и выходит даже вот эти все частицы за ее пределы Солнечной системы. Так поэтому, когда мы говорим, ну, например, фигуры Хладни, может быть, кто-то слышал в 19 веке, он брал скрипочку и вот на тонкодисперсный песок на пластине, на медной водил. И вот этот вот звук преобразовывал песок в определенные фигуры, там квадраты или какие-то восьмигранники и прочее. Вот примерно так же музыка вот этих сфер небесных, она влияет на нашу энергетику, на нашу жизнь и на наши отношения друг к другу. Я вот в этом контексте как раз и говорю о том, что вот в моих календарях, там календарь отношений мы сейчас там сделали, или календарь здоровья, там лунный календарь, он позволяет вовремя понять, когда обнимать, когда уклоняться от объятий, когда камни собирать, когда разбрасывать. Вот когда у человека появляется некое более объемное понимание, что происходит вовне, он тогда легче может контролировать свой внутренний мир. Вот в этом смысле астрология, о которой вы говорите, это вот та самая наука, которая говорит, познай самого себя, и ты познаешь весь мир. Да? В этом смысле вот мы начинаем, так сказать, понимать, что мы не просто биомасса какая-то, да, а что мы, так сказать, представляем собой нечто более тонкое, более духовное и более креативное. Вот тогда мы начинаем двигаться, что называется, по пути восхождения и по пути развития. И точно так же любая там, я не знаю, страна или там любой этнос, вот опять же говорю, российский этнос, он сейчас вот, опять же, благодаря БРИКС и благодаря вот новым идеям, да, он начинает давать альтернативу вот этому примитивному колониальному господству, который, так сказать, был, ну, распространен. И глядишь, что называется, и Америка тоже, так сказать, глядя вот на вот эти преобразования, что-то внутри себя изменит и вернется к тем республикам. Ну, БРИКС в данном случае пустышка политическая, да, она состоит из геополитических противников, но сам факт показателен, да, то есть вот есть это политическое объединение, это скорее символ, говорящий о том, что как бы мир устроен сложнее, значит, чем в 19 веке и в начале 20-го. И, безусловно, эти новые тренды. Посмотрите, ну, я хоть и не люблю Китайскую Народную Республику, но отдаю должное их динамике. То есть промышленность, строительство, успехи в космической отрасли. Мы же 20 лет назад про них анекдоты рассказывали, помните? Ну и, как всегда, тот самый вопрос, который мне не дает покоя, из-за чего, так сказать, я веду канал, из-за чего вот отвлекаю уважаемых людей в их выходной день. То есть вот это вот, а мы-то почему так не можем? Я надеюсь, что вот после наших с вами передач будут возникать какие-то положительные тренды. Люди что-то будут себе там помечать, что-то наматывать на ус. Значит, а понимание – это первый шаг в любом антикризисном плане. То есть сначала ты понимаешь, где ты, только потом можешь там начинать планировать, как выходить. Определяешь точку на карте, потом уже дорогу намечаешь. Да, да, без этого же, ну, а как ты можешь там адекватно что-то, какие-то действия, как план намечать или даже действовать начинать, это невозможно. Александр Викторович, я вас благодарю за уделенное время аудитории. Я считаю, что мы там все точки непонимания сняли. Ну, вот, что действительно вмешался такой, ну, непредсказуемый фактор. Он был сильнейшим, да, тут, как говорится, против лома нет приема.
Ну В вот, том числе соответственно. Маск, извините, выступил, как знаете, как тот Илья Муромец, который, или там Геракл, да, который пошел против течения, в частности. Помните, Илья Муромец там видел, там налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, там убитым быть, прямо пойдешь женатым быть. Да он пошел и налево, и направо, потом вернулся, туда ходил, сюда ходил, и вот я и холостой, и с конем, и живой, так сказать, живучий. Вот здесь вот как раз иногда вот таких вот как бы людей дают, что называется, волшебный пинок, или они сами понимают, что альтернатив нет, и идут поперек, что называется, течения, которое им уже, так сказать, предложили. А по течению плывет, как говорят, на Востоке только дохлая рыба. А все остальное должно идти против течения. И вот в Слушайте, ну этом... я получил много, ну, значит, шишек, и, значит, в меня там летали разные предметы из плодово-овощной продукции за симпатию к Маску. Ну, действительно, понимаете, вот человек может все, что угодно ляпнуть, он может быть экстравагантным. Ребят, у меня один критерий. Он что-то делает, и у него получается. Извините меня, в отличие от некоторых. В том числе 12 детей сделать, это тоже интересный процесс. Насчет, значит, вашей иронии, туда пойдешь женатому быть, значит, Да. никак вы не уйметесь, Александр Ильич, наша женская аудитория. Ну, я понимаю, что вы ее так взбодрили немножечко. Вот, ну, это, конечно, альтернатива такая серьезная, может, лучше коня. Вот, ладно, мы с вами дошутимся на эту тему, давайте вот все табу. Девушки, мы вас любим, уважаем, пожалуйста, не обижайтесь на нас. На этом что, завершаем, да, сегодняшний разговор? Я думаю, что он был интересным и для зрителей. Ну, давайте вопросы, пишите комментарии, да? Пишите комментарии, подписывайтесь на канал Александра Зараева, который будет указан в описании. Ссылки на календари, как всегда, мы это все тоже разместим. Значит, я к вам дочку отправлю за это самое. Потому С что удовольствием я я весь вас год пропишу. пользовался, и особенно календарем по здоровью. Смотрел там, что там у меня там это самое, так. Иммунитет, ну, значит, начинаем там витамины пить. Спасибо. Не болел, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сгладить. Ну, дай бог, я говорю, заранее готов все вам предоставить. И также нашим зрителям на сайте Зараев.ру есть возможность заказать по почте или курьером. Получайте заранее, цены невысокие, скидки делаем. И так что и на книги, и на календари, сайт Зараев.ру, приходите, получайте к Новому году. Был такой даже слоган: лучший подарок к Новому году – календарь Зараев. Когда мы первые выпускали, вот здесь это тоже тема заботы о здоровье, об отношениях и, так сказать, о вот всех позитивных переменах, которые могут быть в год зеленой змеи. Ну что, друзья, это был народный академик, профессор, глава Русской астрологической школы Александр Зараев. Будьте здоровы, всего вам доброго.